Спасибо всем тем, кто заглянул на мой канал. Если вы когда-нибудь соберетесь посетить юг Германии, то я рекомендую вам обязательно посетить райский уголок остров Майнау, который находится на Боденсее. Об острове Майнау я расскажу вам в другом видео, а в этом видео я предлагаю вам посетить павильон бабочек, который находится на острове. Выглядит он вот так, в виде бабочки. Это вход его. Мы входим туда, и что мы видим? Прекрасных порхающих бабочек, которые завезены, их 120 видов. Они завезены с Южной Америки. Все это вы попадаете как в тропики. Жара стоит 30-градусная. Вынести не каждый может. Мужчины, как правило, не выносят такую жару и убегают. Но женщины, хотя там очень много мужчин, фотографируют это все. Вот видите, эта бабочка, крупная бабочка, которую вы сейчас видите, она называется сова. Вот она выглядит вот так вот закрытыми крылышками в виде совы. Коричневые окраски. Очень красивая бабочка. Но когда она раскрывает свои крылья, внутри у нее такой необыкновенной красоты синий, голубые цвета, что просто не передать. Питаются эти бабочки по-разному. Маленькие такие, поменьше бабочки, питаются, как правило, все нектаром цветочков. Везде летают и садятся, и питаются. А вот эти вот крупные бабочки, у них везде на протяжении, пока вот видите, нектаром питается бабочка из цветочка и полетела. А вот эти крупные бабочки, они, у них тарелки по всей вот по всему павильону вот так вот расставлены. Они питаются чуть-чуть слегка такими переспелыми бананами и апельсинами. Вот эта бабочка мне нравится, которая эти на троих соображает, она рвется к ним. Ну возьмите меня перекусить. Нет, не берут. Нас и так, говорит, трое хватает. Вот она, видите? Ну не она, а другая, но очень красивые бабочки. Вот таким вот образом можно заснять, ходить и снимать. Если, конечно, выдержите. Мы были, на улице была температура 30 градусов. Представляете, какая температура стояла в павильоне? Пот тек градом со всех с нас, поэтому было сложно ходить. Но интересно очень. Эти бабочки, их 120 видов, были завезены с Южной Америки. И прекрасно там живут. Вот люди ходят, смотрят, фотографируют, очень много фотографируют. Это тропики, вы попадаете в тропики. Вот кто хотел и не смог себе приобрести путевку и попасть в тропики, то здесь вы попадете не только в Германию, но еще и в тропики. Вот. Ну, пойдемте дальше смотреть. Там интересные экзотические растения всевозможные. Мало того, там вот еще бабочки. Вот, и сейчас увидите, вот такое то, что я говорила, голубой, необыкновенный цвет. Вот сама она коричневая, вроде бы, казалось бы, да? Открывает свои, раскрывает крылышки, а там такой красоты. Красивые вот эти вот. Это что-то. Висят, видите, любительницы растений должны знать, как называются эти растения. Они даже дома очень у многих. Я забыла, к сожалению, как это называется растение. Наверняка многие из вас знают, могут подсказать. А здесь вообще такая компашка собралась, питается. Ну, идемте дальше смотреть, что же здесь. Что же у нас будет дальше? А дальше у нас вот такой красивый водопад. Вот такие вот цветочки. Красивые, обалденные, кругом порхают бабочки. Причем эти бабочки даже садятся тебе и на ноги, и на плечи, и на голову, куда угодно. Мы стоим на мостике, и на этом мостике, с этого мостика снимаем вот этот вот водопадик такой красивый. А здесь у нас мои любимые орхидеи. Причем таких расцветок от снежно-сиреневого и заканчивая лиловыми, бордовыми, очень красивыми.
орхидеи. Если не было бы так жарко, я бы, может быть, там вообще бы провела целый день. Но просто физически не выдержала бы, там, наверное, умерла. А еще я увидела вот таких вот шикарных черепашек. Видите, какой у них там плот, на котором они плавают? Здесь они на берегу сидят. Видно, очень жарко им было. А так они еще забираются на плот и плавают там прекрасно. Вот опять эти орхидеи. Все те же самые. Здесь, кстати, есть павильон. Весной он обычно открыт. Там очень большой павильон, где очень много видов орхидей всевозможных. Для любительниц, для любителей цветов и орхидей это можно посетить. Ну, как правило, весной, и вот а мы были, это был июль, по-моему, месяц, и уже этот павильон был закрыт. Не знаю почему. Вот теперь мы идем дальше по нашим тропикам. И проходим как раз к тому месту, это мы снимали вот с этого вот мостика, который сейчас вы видите, я снимала. А сейчас мы проходим туда, где вот это вот был водопадик. То есть мы обходим вокруг. Так, заходим в эту арку, и уже с этой стороны мы видим вот этот водопад, который мы наблюдали напротив вот с этого мостика. А бабочки крылышками бряк-бряк-бряк-бряк, шмяк-шмяк-шмяк-шмяк. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. И всюду. Красиво, очень красиво. Просто необыкновенной красоты все. И здесь вот вообще, там, где мы стояли сейчас, там нет такой жары, потому что там камни и водичка, и там такой жары, как вот здесь в данном случае, там нет. Бабуленцы везде болтаются, летают. И питаются, видите, они цветочками. Вот эти вот бабочки берут нектар с цветочков. Вот это. Я тут вся замученная, как будто только что из сауны вышла. Вся у меня, с меня просто под градом лился. Я уже еле-еле. Мужчины наши убежали, не выдержали такого насилие над ним. Больше 5 минут здесь они не выдержали, а мы вот так вот ходили. Вот сейчас я пытаюсь посадить ее себе на руку, но не получилось. Вот такие вот девчонки у нас. Красивые. Ой, какая красивая бабочка. Просто необыкновенная. Я под своими любимыми тут орхидеями выпендриваюсь, иначе не назовешь. Восхищаюсь ими. Тут рассказываю, показываю, что вот до чего же красивые. Мокрые, мокрые, мокрые. Видите? Говорю всем. Ну, вот, пойдемте дальше. Что на меня на мокрую смотреть? Вот, благоухают. Порхают, а в водичке плавают рыбки. Красивые-красивые рыбки. У меня такое впечатление, что бабочки просто засыпают. Едят и тут же на ходу засыпают. Вот они там на этих тарелках. От них не отлипаются. Постоянно сидит. Вот такую вот увидели красивую-красивую птичку. Не знаю, как ее зовут. Но очень симпатичная. Чего-то чирикала. Я почему вам все рассказываю? Потому что, когда я снимала на камеру, получилось, что очень шумно. Во-первых, было очень много людей ходило. Во-вторых, фоновый какой-то шум из воды, которая падает, создается. Мне, честно говоря, я когда стала прослушивать все, что я записала, то это невозможно слушать. Очень шумно, поэтому я решила просто таким вот образом немножечко озвучить в виде комментария, поэтому извините, если что не так.
эти рыбки там, я пытаюсь эти рыбки, вот, их сейчас очень хорошо видно, много там рыбок плавает. Ну, в принципе, вот так, чтобы спокойненько обойти, минут 10-15, если не фотографируя, ничего не снимая, то достаточно в такую жару. А если вы что-то где-то снимаете, то вам придется помучиться минут 30-20 точно, потому что это 20 это как минимум, потому что, ну, во-первых, обойти, во-вторых, пока вы снимаете, вам и то хочется заснять, и это хочется заснять. Вход совершенно бесплатный, но вы изначально платите за вход на остров цветов, который я вам покажу в другом видео, сказочный остров. А сюда уже вход бесплатный. Вот она пытается пройти через растения. Вот зачем они круги такие наворачивают, я так и не поняла. Почему она, что она, может быть, там собирает тоже, еще чего-то. Вот такие вот перепелочки маленькие бегают. Сейчас я вам их покажу поближе. Вот видите, зачем она эти круги накручивает? Как будто соревнования какие-то у нее по кругу. Вот видите перепелочки? Одна такая серенькая с красной грудкой, такой коричнево-красной, вторая беленькая, такие маленькие. У них даже на лапках что-то такое синенькое. Бегают там, кушают, и тут же с одной тарелочки с ними вместе кушают вот такие птички маленькие, питаются. Это уже на выходе, перед тем, как выходить, мы их увидели, таких малюсеньких перепелочек. И играются тут же, носятся друг за дружкой. И для тех, кому интересно, сейчас на самом выходе мы увидели, я этого раньше тоже не видела, сами вот эти вот, видите, висят. Вот так вот появляется бабочка. Это их кокон. Коконы. Различные. Так как 120 видов, значит, здесь все 120 видов, не бабочек всего 120, а именно видов, разновидностей. Вот они все здесь представлены, их можно посмотреть. На выходе из павильона они висят. Потом, выйдя из павильона, вы можете приобрести очень много всевозможных сувениров себе на память касательно вот этого острова, этого павильона бабочек и мальчиков.